Да. Так, хорошо, поаплодируйте еще раз нашим свидетелям. Я думаю, на нашей земной посвете нам сегодняшний вечер не хватило от свидетеля и свидетельницы, наверное, маленького интима. Тоді мы хотим просто танец с элементами эротики. Смотри, это как бы, да, то есть, ну, просьба нашей матери, будем говорить так, да? Ребят, давайте сделаем так, чтобы было как-то немножко интереснее, мы сейчас найдем мелодию, мы ее поставим, и все такое, но... По-моему, да. А, девчонки, давайте так, для начала вы немножечко отойдете, вот туда, чтобы нам было как-то немножко простой, да? А, ты немножко выпил уже, да? Чуть-чуть, все хорошо. А, встань вот тут, пожалуйста, вот сюда, да. Смотри, так можно лицом гладить, да? А, можешь так две руки вверх поднять и как бы соединить их вот вместе, да? А, Ась, смотри, у тебя есть ровно одна минута показать все, что ты умеешь, полная импровизация. На этом красивом, статном, отполированном шесте. Давайте ему поаплодируем, дорогие друзья. Но, смотри, ровно через одну минуту я даю команду, и вы меняетесь местами. Хорошо? И поймите правильно, ребят, нужно станцевать так, чтобы понравилось нашей мафии. Ясно, да? То есть пока я не остался довольным, будете натирать шесты и все такое. Понятно, да? Итак, дорогие друзья, вы готовы? Под ваши аплодисменты маэстро музыку Ася! Давай! Где аплодисменты, ребят? Поддержите погромче! Мало аплодисментов! Поддержите еще немножко! Давайте, друзья! Еще буквально чуть-чуть. Явно заказывал на себя какой! Я не знаю, что там происходит, но... Нужны еще аплодисменты, ребятки. Давайте, поддержали погромче. Ребятам громко. Слушайте, ну, давайте так, я, наверное, скажу вместо мафии, да, честно, как бы неплохо, но мало. Мало, ну, да мало, ты знаешь, мы бабки за это заплатили, ну, мало, да мало. Ребят, давайте сделаем так, смотрите, для того, чтобы мафия осталась полностью довольна, мы с вами сделаем сейчас такую маленькую поучительную сказку, хорошо? Димка, смотри, ты отходишь вот туда к столу, вот туда, вот где-нибудь, да. Девочки, я на минутку надо у вас стульчик, хорошо? Да? Потыкать, тёща! Асечка, развесь, пожалуйста, да, и залазь вот сюда, вот на стульчик. Так, вот тут можно тоже стрельки.